Военные чеканят шаг, ритмичный стук сапогов об асфальт, синхронная отмашка. Чтобы добиться этой слаженности, маршировали по 2 часа в день, рассказывает курсант Саратовской кадетской школы, а ночью приводили в порядок форму. Форма должна быть опрятная, скажу так. Нет какой-то формы одежды определенной, но должна быть опрятная, чистая, аккуратная, не должно ничего быть оторвано, все должно быть на месте. Всю ночь подшивали там всю форму. На площади Куйбышева репетируют парадные расчеты. Завтра они пройдут перед сотней самарцев, а сегодня генеральный прогон. Ответственность момента чувствуют все, поэтому четче шаг ровнее спины. Приятно смотреть на всех ребят. Это подрастающая смена тем воинам, которые пойдут в самом начале парада в военно-исторической форме 41-го года. Я думаю, что парад еще станет одной славной страницей нашего города, нашей страны. Точность до минуты. За этим следит герой России Игорь Станкевич. Командовать парадом будет он. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.